Тут просто даже вот ходишь и как-то сам с собой умиротворяешься. Фантастик. Вау. Вот на удивление у кокосников всегда можно поменять. Эта сумка — полное отражение моего душевного состояния. Звезды, вселенная, они все такие разноцветные. Скоро буду дома. Может быть, а может быть и нет. Все уже становится каким-то непонятным. Ой, что, покушала мамошек, чаю попила. Фантастика. Настроение сразу вверх. Ну что, можно просто пойти погулять. Распределить по желудку мамушки с чаем. Растрясти. Ой, посмотреть, как тут чего. Я ему говорю, вот тут просто даже вот ходишь и как-то сам с собой умиротворяешься. Какие-то даже вот если есть неурядицы, проблемы, они вот... Ну, оно все решается. Все как-то само собой складывается. Я не знаю, может, оно не у всех так. Как-то я так настроилась вот на такой лад, и вот и себе так потихоньку и двигаюсь по жизни. Ну, знаете, оно легко так двигаться по жизни, когда ты сам себе так настроился. Зайра. Топ-топ-топ. Автобусная станция. Как-то мы... Куда мы ездили? В Липакши ездили, в Бангалор отсюда. Ой, благодать. Шрами Баджина слышно. Поет. Просто Махашиваратри, когда мы тут были, прям, да. Ух, я целую ночь сидела. Ну, я засыпала, ну так. Но я высидела. Я ходила там, бродила, что-то помню. Ой. Интересный опыт тоже. Весь опыт интересный. Иногда кажется, что какая-то тягомотина нудятина происходит. Оно так-то нет. Так-то это просто на первый взгляд. Алхабинди. Мы с Леночкой как-то заходили. Она сегодня, кстати, была в том наряде, который мы тогда купили. Ну, туда я, может, попозже загляну. Может, гляну, что. Вдруг есть что-нибудь интересненькое. Гулям-гулям. Идем-гулям. Такое здание интересное. Я раньше тут не замечала. Мне кажется, я вообще много чего тут не замечала. Я же говорю, мы ходили тут вот так вот. Шух-шух. Туда полетели, сюда полетели. Туда надо, туда. Тюх-тюх-тюх. Все в какой-то спешке было. Каждый приезд какой-то разный. Это что? Хотель. Сейма. Хотель Андреичи. Резиденси. Ну, прям, да. Грандиозус. Я чувствую, там тоже, знаете, как бы так. Как бы очень неплохо. Ну, я же вот до ворот дойду и обратно. Потопаю. Погуляли немного. Пойдем обратно. Полис стейшн. И вот. Вот там. А это вокзал. Базар вокзал. Погуляли. Да, кстати, надо зайти за сумочкой. И пойду. Пойду домой. Монтировать. Вот такая вот жизнь. Спокойная, размеренная, без каких-то вот американских горок. Ну, единственное, что, конечно, стоит вопрос, все-таки меня волнует возвращение.
но я решила, что я не хочу переживать по этому поводу. Как все пойдет, так и пойдет. Как бы оно ни пошло, как бы оно все не развернулось, все будет хорошо. В любом случае. Главное, с папой мы на связи. Это да, это самое главное. Ой, какая Веспа красивая. Вау. Немного подраная, но прям такая, ух ты. Интересно. Слушайте, я хотела берушу. Нет, уже во втором ларьке спрашиваю, нету беруши. Что ж это робится, а? Что робится? Ой, какие розы красивые, вау, и цветы. Фантастиш. Все расходятся. Наверное, все закончилось уже. Что там было? Ну, я еще схожу. Я схожу. Yes, have a look, конечно. Вот я думала, может, мне какая-то индийская сумочка надо, но знаете, все-таки это. Да, она такая больше новомодная. Но эти сумочки, они, ну, как бы такого не очень высокого качества. И они, видите, они такие совсем простые. Там столько карманов. Всяких разных. Тоже, конечно, прикольно. How much? 300. Ну вот. Но это без торга тоже. Okay. More color. Ой, мне кошелечек надо. Мне же кошелечек. Я хожу без кошелечка. У меня большой мой есть. Ну, такой. Минский. Белорусский. А такого индийского у меня нету. Но мне надо. Но не за 300 рублей. 300 за надто будет. Мне же, кстати, батарея, блин, садится. Все как обычно. Запахло благовониями снова. Вау. Шикардос. Вот карманов ей не хватает. Карманов. Только одно отделение. Я так люблю карманы. Что это такое? Резиночка. Ну куда продавец ушел? Куда он ушел? А это вот у него благовоние. Мне ж только спросить. Только спросить. Это как how much? 50 рублей. Дисконт. О, боже мой, заманивают дисконт. Ну окей, окей. Ну я как бы, знаете, у меня в голове 50. Вот тоже возникла цифра. А тут еще дисконтом заманивают. Вау. So beautiful shop. So many thankas. Super beautiful. Вау. И китишвар тут, и такой, и вот такой. И мандалы. Будда. Все, что хочешь есть. I need small pocket for money. Can you show me? Small pocket? Да, маленький кошелечек хочу. Ой. Как же это все красиво. Ой, какие чаши огромные. Oh, so big. How much? Just interesting. This one? Yes. This one 50,000. 50,000. 50 тысяч. Wow. А what is it? Brass? No, it's a mixed metal. Mixed metal. It's a silver. Как интересно. Mixed metal. Ну, не медь, короче. Какой-то микс. Так, тут кошелечки принесли. Сумма. Хочется что-то такое. Вау. So many interesting pockets you have. Сколько всяких. Мне так понравился вот такой блестящий. Сейчас мы его отложим. Все на коврах тут. Шопинг в индийском стиле. Ой-ой-ой-шки. Ну вот я себе не изменяю. Мне вот нравится фиолетовый такой сиреневый. Я вот такой, пожалуй, возьму. Или вот такой, может, с лоном. Так, ладно. Погружение в шопинг. Говорит, хочешь попробовать поиграть? Я говорю, я не умею. Как бы, ну что тут это? О, боже мой.
Еще вот так вот же можно водить. Сейчас у нас тут будет хилинг-терапия. Вау! Вау! Хилинг-терапия. Yes! Терапия, точно. Ух ты! Смотри, как она вибрирует. По второй там постучим. Фантастик. Yes. Фантастик. Говорит, попробуй встать туда. А я говорю, бесплатно, фри. Говорит, фри. Ладно, окей. Если бесплатно, то надо попробовать. Окей. Окей, I'm ready. О-о-о-о. Вау. Слушайте, я чувствую вибрацию. Ну что вам сказать? Пошел звук по телу. Супер интересный экспириенс. Говорю, сам-то пробовал? Говорит, пробовал, но не так. Зашла, кошелечек называется, купить. Удивительно. Фантастик. Вау. Thank you so much. Спасибо. Всем спасибо. Very good. Someday I buy. When I will be rich, I come back. Okay. А where are you from? Nepal. Nepal. Я так и думала. I think so. Yes. So I have many things. Zapamala. Yes, many things. Nice sauce. All from Nepal? For Tibet? Yes. Tibet also? Tibet also. And I have nice salts. Winter and summer salts. Winter souls? Yeah. Like даже снеговички есть. Also snow, snowmans. This one and Romania. Да, да. Чего только нет. А, я вижу, да. Winter эти штуки. Говорит, сдачи нет, пойду я опять, видимо, этот коконат покупать, менять. Браслет. Браслет, да, конечно, конечно. Браслет-то у меня есть. Все есть. Thank you. Дай-ра-рай. Пошла менять. Ой. Hello, dear Sasha. Hello, everybody. Enjoy. Thank you. Не знаю, я сегодня уже выпила два коконата. Походу, надо еще один. А сок, вот он все-таки кислый, вот этот апельсиновый. Что-то он как-то не еще, видимо, не сезон для этих. Это не апельсины, это какие-то другие фрукты, я не помню, как называется. Ой, ну прямо после этого саунд-хиллинга какой-то такой, еще более расслабленный. Ой, обалдеть. Так, а где коконаты? Так, все, вижу, иду. Вот на удивление, у кокосников всегда можно поменять. Потому что, наверное, у них много клиентов за день. Вот у них и собираются достаточно. Покор жарит. Так, я к Тейлору сейчас зайду. И домой. Ну вот как новенькая. Ну это старая. Это вот новенький. Замечательно. Я могу сказать, что эта сумка полное отражение моего душевного состояния. Звезды, вселенная, они все такие разноцветные, такие веселенькие. Вот так примерно я себя ощущаю. Весело и задорно. Пойдем купим кошелечек. Да, еще.
сегодня какие-то дела. Но они такие спокойные, такие радостные. И домой. Ага, так. Okay? Да хорошо, конечно. Ой, вот таких, кстати, огромных тканок я никогда не видела. Прям чуть ли не на всю стену. Many nice mandal. Of course, many nice. Buddha medicine, yes. Buddha medicine. Yes. This is small Kala Chakra. Да, Kala Chakra. Kala Chakra. Много чего есть. Thank you. Короче, с дисконтом вот за 40. Ну и прекрасно. Все, бай. Okay. Называется Blue Dragon Gallery. Приходите. What is your name? Gopal. Gopal. Gopal from Nepal. Welcome to Gopal from Nepal. Okay. Thank you. Okay. Слушайте, ну так оживлен на тот прям. Пускают, наверное. Но меня не пустят с моими голыми лодыжками, мне кажется. Плюс у меня телефон и прочее. А может быть и пустили бы? Не знаю. Ничего, я, может, завтра схожу. Все равно я говорю, я здесь, я все чувствую. Все чувствую. Фантастическое место. Такое счастье, что оно вообще существует на нашей земле. Да, и, конечно, какое счастье, что оно не одно такое. Не одно. А все-таки счастье найти такое место, где душа спокойна и радостна, где нет тревог и страхов. А если они появляются, то они преодолеваются. Ой. И опять слезы наворачиваются. Вы что, курите? Ой. Кого-кого курящих тут я бы не встречала. Не, встречала. Но прям, чтобы в открытую, то не. Привет. Ой. Вот тут тоже есть сумчонки, но они такие. Нет, не то, что мне надо. В общем, сумчонка есть, тапочки есть. Все прекрасно. Все хорошо. Сколько людей, сколько людей. Да. Все, что хочешь, тут есть. Все есть. Ой. Ну что, мне кажется, эта сумка как-то все-таки вот она. Да. Ее еще можно подтягивать по длине разные делать. Это уже совсем такая измученная, изможденная. Ой, пришли. Пришли домой. Сейчас так. Опа. И все заработало. Так, ну вентилятор у меня был, скорее всего, выключен. Мне знаете, что поражает в этом номере еще? Вот это вот липонина или это что такое? Или имитация липнина. Но она выглядит, конечно, восхитительно по всему периметру. Чудесный номер. Огромная благодарность Саше. 1200 за ночь. Я не помню, я говорила или нет. Но это только потому, что вот Саши договорился для нас с Дашей. Вот. Ну, Даша в своем номере, понятное дело, я в своем. У каждого есть личное пространство. Каждый сам по себе, да, я уже говорила, у каждого свои какие-то опыты, какие-то свои тут задачи, уроки, ходим сами себе что-то с ними разбираемся, пересекаемся тут с кем. Ну, тут встречи, они происходят вот, ну, вот так, все когда нужно. Ой, довольна я сегодняшним днем, такой прекрасный получился день, насыщенный. Ласковый, нежный такой. Тут каждый день такой, мне кажется. Я говорю, даже если какие-то неурядицы происходят, все равно оно все решается. Просто главное отпустить и не тревожиться зазря. Вот, можно, конечно, потревожиться, да? Если очень хочется. Ну так, в меру. Я с вами попрощаюсь, дорогие мои.
Благодарю вас, что вы со мной, что вы смотрите, ставите лайки, комментируете. Я рада для вас снимать, показывать свою жизнь, такую, какая она есть. Сейчас это жизнь в Индии. Скоро буду дома. Может быть, а может быть и нет. Все уже становится каким-то непонятным. Все вы смотрите новости, все понимаете. Ну, я говорю, как все будет разворачиваться, так и хорошо. Мне писали. Повезло, еще второй раз застрянете. Я не знаю, насчет везения, да. Ну да, с какой стороны посмотреть на все? С одной стороны везение, с другой стороны, ну как бы так. Но все это, конечно, специально не придумаешь, таких вот поворотов судьбы. Ну ладно. Главное все воспринимать, да, с позитивом. И все будет хорошо. И душевное равновесие, и стабильность, все у нас с вами будет. И я вам шлю лучик добра, любви из Патапарти, из своего судовного номера. Ой, да. Желаю вам здоровья, гармонии в душе. Все будет хорошо. На связи. Целую, обнимаю.